Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам хочу показать очень интересный способ, как чистить металлы и их обезжиривать. У меня есть маленький секрет, который мне показал в свое время один товарищ. Я его очень часто использую. Это чистка алюминия, нержавейки, серебра, бронзы, неважно что. Этот способ мне очень нравится. Он настолько дешевый, но практичный, что даже нравится моей супруге. Вот сейчас я делаю по заказу супруги вот этот вот очаровательный коктейль. Ну и решил с вами поделиться, вдруг он понравится и вам. Так что, кому интересно, оставайтесь со мной. Я вам все сейчас покажу и расскажу. Итак, друзья, с чего мы начинаем? Способ, как я вам и сказал, очень-очень простой, очень доступный, самое главное, дешевый. Но дешево не значит, что некачественно. Наоборот, этот способ меня просто удивил. Я его использую где только могу. Что нам для этого надо? В первую очередь нам надо любое моющее средство. Для Испании я вам рекомендую покупать это или в Консуме, или в Меркадоне. Самое-самое элементарное дешевое средство, которое у нас есть для моющей посуды. Не надо покупать фаери там или еще что-нибудь дорогое. Вот. Будем делать вот эту смесь на литр. То есть вот тут у меня здесь литр. Поэтому я буду все класть как бы вдвойне. Если будете делать на пол литра, то это значит надо уменьшить дозу на один раз меньше. То есть так, давайте. В первую очередь, что мы делаем? Значит, нам нужен литр воды. В литр воды мы добавляем немножечко соды. И немножечко получается у нас, я ее заранее хочу приготовить, одна ложечка, ну и вторая с горочкой. Вот две ложки соды. Соду покупаем тоже в любом магазине, она дешево стоит, и размешиваем. Почему я приготавливаю в первую очередь соду с водой? Дать время немножко раствориться. Так, дальше что мы делаем? Вот это моющее средство мы просто берем и выливаем вот в такой тазик. У меня есть с нержавеечки. Очень замечательно. Все, видите? То есть и все мы выливаем. Что я вам хочу сказать? Вот это настолько хороший способ, что он настолько дает, очищает, будем говорить, поверхность от жира. То есть дает как бы вот блеск такой металлу. То есть он настолько вот правильно подобранный, вот этот способ, что я даже не знаю, вот лучше и не придумать нельзя. И вот покупая вот всякие такие дорогие вещи, не обязательно. То есть вот эти вот всякие там присадки там для металла или все по чистке. Ну, после этого способа вы поймете, что это не всегда дорого, это качественно. Так, следующий. Нужна зубная паста. Пасту покупал самую дешевую, тоже в Консуме, но можно покупать и в Меркадоне. И то есть здесь нам надо тоже две ложки. То есть две ложки на литр. И здесь литр тоже две ложки зубной пасты. Хочу сказать, если делаете по пол-литра, то есть это... О, а тут закрыто. Сейчас мы откроем. Если вы делаете это на пол-литра моющего средства, то вам, значит, надо все сделать по одной столовой ложке. Что, в принципе, неплохо. Вот, смотрите, обыкновенная паста, которую мы покупаем. Только не покупайте дорогую, там, Colgate или еще что-нибудь. Покупайте местного производства, то есть зайдите в Меркадон, в Консум или в том же Карифуре. То есть вот это ихнего производства берете и мешаете. Паста что нам дает? Вот если вы смотрели в интернете очень много показано, как вот серебро,
чистят зубной пастой, да, но вот оно, когда вот идет вместе с содой, зубная паста вместе с моющим средством, это очень замечательно получается. Сейчас мы это все уберем. Это я уберу. И самый тут ответственный момент, когда вот, не знаю, будет видно, не будет, но постараюсь так показать. То есть это надо тщательно перемешать, чтобы была однородная такая масса зубная паста вместе вот с этой вот моющей жидкостью. Когда вот вы ее начинаете мешать, она меняет такой цвет, становится зелено-салатовый какой-то такой, ну, интересный цвет. И в принципе, когда вот все помешав, мы потом добавим вот этот литр воды с содой. Сейчас я немножко опять помешаю, чтобы еще лучше разбавилось. Что я вот, если говорить про вот эту, вот этот коктейль, будем называть его так, что я, где я его использую? Использую я это, прежде всего, мне нравится, вот когда покупаешь иногда какую-нибудь вещь на блошином рынке, например, да? И что получается? Вещи обычно там, ну, будем говорить, не очень качественные. В каком плане? Грязные. Качественные, может быть, качественные, неправильно сказал. Они не всегда чистые, они, в общем-то, всегда грязные. Вот. И чтобы вот очистить хорошо, что только я не делал раньше. И порошками там натирал, и все-все-все. И отмачивать. Вот это вот отмачивал, все. Ну, это все, конечно, хорошо, но тоже дает результат. Но вот этот способ мне больше всего нравится. Даже если вот вы купили какую-нибудь вещь, да, и вам нужна будет все равно очистка такая более серьезная, да, то есть как бы вот это вот, вот то, что я готовлю, да, вот эта субстанция, вот это вот, как вот этот коктейль, да, он очень хорошо подойдет вам как подготовки к основной чистке, да, то есть вот он обезжирит, грязь он убирает идеально, и то есть получается, что вы экономите большое количество денег, но между тем у вас получается очень хороший эффект, да, с этого всего. И то есть получается, что вы достигаете своего хорошего результата и не тратите на дорогую химию деньги. Это очень-очень хорошо. Моя супруга, например, вот этот вот способ очень любит, потому что она, говорит, обезжиривает и чистит посуду, особенно вот эту всю нержавейку у нас там, кастрюли, все-все, очень хорошо. Даже вот такая протереть, там у нас холодильник тоже с нержавейки сверху. Это все очищает замечательно. Самое главное, обезжиривает. То есть, сегодня я приготовлю побольше. Почему я сделал литр? Потому что получается, и мне надо, и моей супруге на кухню надо. То есть, как бы, а по экономике, если говорить, ну, представьте себе, литр вот такой жидкости я, по-моему, купил за евро 60. Зубную пасту евро 10, да, это уже 2,70, да. Ну, литр воды и две ложки соды, я даже не знаю, как это оценить. Да, можно не оценить. Вот. И вот за 2,70 у вас получается 2 литра качественной такой субстанции, которая вам поможет во всех случаях, особенно в повседневной жизни, вот уборки там, кухни, все это очень хороший результат дает. Вот, смотрите, видите, как получился, какой цвет такой салатовый, все, даже интересный цвет получился. Вот. Ну, в принципе, можно и больше колотить, но не важно. Сейчас мы это тоже сколотим еще раз соду. Соду мы сейчас уже сколотили. И заливаем водичкой. Заливаем литр воды. Как я и сказал, если у вас будет пол-литра
моющего средства, то есть вы делаете на пол-литра воды. Если это литр, делайте на литр воды. То есть как бы все один к одному. Вот. И все это мы перемешиваем. Потом у меня есть готовые, между прочим, вот такие вот. Я их когда покупаю, вот эти вот все моющие средства, я вставляю вот эти вот пластиковые баночки и туда опять разливаю приготовленное мною уже моющее средство. Если вы попробуете, можете мне написать, какой будет у вас результат. В принципе, все готово. Ну, сейчас я это все разолью по этим баночкам и все. Ну, показывать, как я разливаю, не буду. Ну и надеюсь, что вам этот способ зайдет, понравится. А если кто попробовал, напишите, как вам он действительно, вам он подошел или не подошел. Мне подходит идеально. То есть, как бы. Так что, пожалуйста, пользуйтесь. Всем всего хорошего и удачи в новом году. Это первый мой ролик в 2024 году. Всем всего хорошего.